24 июня 2016 год. Здесь, на центральной площади города, проходит торжественное вручение золотых и серебряных медалей лучшим выпускникам города. Ровно 8 лет назад я сама получила серебряную медаль. Посмотрим, как сегодня проходит вручение и волнуются ли выпускники и их родители так же, как когда-то волновалась и я. Сегодня на этой площади собрались ребята, которые своим трудом доказали, что они лучшие из лучших. Перед вами открываются все дороги. Вы сегодня вправе выбрать каждый свою. Выпускникам 2016 года ура! Всякий труд и мзды своей достоин. Медали и плакетки ждут своего часа. И после напутственных слов первых лиц республики и города, отличники и отличницы выходят на красную ковровую дорожку, где им и вручают заслуженные награды. Одни шли к этому знаменательному дню с тех самых пор, как впервые надели на свои хрупкие плечи школьный рюкзак. Другие же особо не напрягались. Однако для всех присутствующих это, безусловно, один из самых запоминающихся дней в их жизни. Я вот такую. Вот. Она не золотая, я проверил на зубок. Да. Скажи честно, готовился ли ты всю жизнь, или это так у тебя случайно получилось? Я, конечно, готовился всю жизнь, старался и все силы отдал этому. Это самое главное мое достижение в жизни на сегодняшний день. Какие у тебя планы на будущее? Куда собираешься поступать? Еще не определился. Планы на будущее – это сегодня оторваться на выпускном, повеселиться с друзьями. Честно, стоишь здесь и понимаешь, что вот оно наступает будущее. Ты можешь изменить судьбу своей страны, республики, города. И, честно, это даже как будто ощущение какой-то власти в руках. Поделись впечатлениями. Ну, это очень волнительно. Я рада. Ты с первого класса отличница? А, нет, с девятого. Очень волнительно для меня. Я так рад этому, конечно же, это честь, но я надеюсь оправдать возложенные на меня надежды. А какие на тебя возложены надежды? Как ты думаешь вообще, что тебе даст эта медаль в будущем? Ну, кроме того, что эта медаль даст мне баллы к ЕГЭ, она дает мне моральное удовлетворение. Бабушка все здоровье отдала, вот эту бабушку. Я тоже бабушка. Вырастила с пеленок, с первого класса училась. Училась по 11 класс. Все, ой, вообще... Отлично. Что вы сегодня чувствуете? Большую радость за ребенка, за своего вообще. Он у меня самый красивый. Научно-практическая конференция «Шаг в будущее».